Всем привет, с вами снова канал Китаец отличился. Сегодня на распаковке будет посылка. Написано подарок. Шла с трек номером. Трек номер отслеживался. Все еще отслеживается, что она в пути. То есть в доставке по России. Тут у нас электронная сигарета. Открывать будем ее вот таким самурайским тесаком. Пусто. Это одна из популярных электронных сигарет в Китае, доступных, стоит в районе 400 рублей. Тут вся инструкция на английском. В комплекте идет сигарета и зарядник, ничего лишнего нету. Так, аккумулятор должен быть на 1100 миллиампер. Ну, что-то он какой-то сильно легкий для 1100 миллиампер. Ну, думаю, может 800 есть миллиампер тут. Так, атомайзер без меток. То есть не видно, сколько там жидкости. Так, все это дело вот так вот у нас вкручивается в зарядник и втыкается в обычный USB. Сейчас попробуем ее заправить. У меня есть жидкость. Сам я не курю сигареты. Но иногда бывает курю кальян. Так что жидкость я купил. Не видно, наверное, будет. Тут написано без никотиновая. Никотина 0. Так что сильного вреда от нее не будет. Так, ну китайцы нам затянули, конечно же. Сейчас попробую открутить. Что-то не откручивается. Китайцы хорошо, видимо, закрутили, чтобы мы не курили ее. Не получается совсем. Так, странно, 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 почему не откручивается. Сейчас, ладно, попробую открутить и продолжим видео. Так, продолжаем. С сигаретой разобрался. Откручивается у нас не верхняя часть, как в обычной дешевой, а нижняя часть. То есть тут откручивается, жидкость заливается, закручивается обратно. И в принципе все, сигарета сейчас вкрученная. Дым есть, вот, работает. Я думаю, жидкость тут не сильно отличается от той, что заливается в электронный кальян, так что как кальян в принципе, можно использовать. Кстати, часы из прошлых распаковок отлично работают, но насчет водонепроницаемости глубокие сомнения. Так как я их разобрал, там нету даже элементарно прокладки резиновой. Все. Будем теперь парить электронную сигарету. Китайцам спасибо. Вам тоже спасибо. До новых встреч. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал.